слишком модно говорить о моде вроде. Вот и сейчас об этом кратко от Миланы Сони. Лови от нас олдскульный свэк, а ты на что способен? Кроме того, что ты нашими титьками доволен. Все, кто врубается в движуху, ну-ка вверх ладони. Мандариновый запил на мандариновом музоне. Вот что должно качать на любом танцполе. Для мандаринок мода, музончик на приколе. На сцене творится экшен. Мальчики и девочки фэшн. Seduction, evolution. Секс, революшн. На сцене творится экшен. Мальчики и девочки фэшн. Seduction, evolution. Секс, революшн. Беги вперед и назад свой зад. Давай, давай, чувак, покажи свой наряд. Вставайте в ряд, это фэшн обряд. Это фэшн отряд, тебя хотят. Где тебя хотят, как хотят потискать. Диска в зоне риска, любая киска. Тихо, 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 тук-тук-тук. Скорее в инстаграм кидай свой лук. Что ты за фрукт, что за стайл ты ценишь? И по каким понятиям меришь ты вокруг себя людей? Ты модный хипстер или гей? Эй-эй-эй, no-no-no-no. На самом деле это не так важно. Намного важнее не делать злоу. Мода для нас на приколе музлоу. На сцене творится экшен. Мальчики и девочки фэш.